Добрый день, меня зовут Татьяна. Одной из моих задач являются ответы на вопросы на форумах. На данный момент я нахожусь на форуме «Город мастеров» и нашла довольно такой интересный, вполне простой вопрос, на который хотелось бы ответить. Пишет нам автор Дисексас. Для каких целей можно использовать болгарку? Какие у нее возможности? Интересный вопрос. Действительно, а зачем нужна шлифмашинка? Естественно, в каждом доме, где живет настоящий мужчина, есть определенный перечень инструментов. Те, которые мы используем в повседневной своей жизни, и те, которые мы используем в ремонтных работах. Так вот, шлифмашинка – это инструмент, который мы используем в ремонтных работах. А вкратце хотелось бы отметить, что существует несколько видов шлифовальных машин. Это ленточные, вибрационные, паркетошлифовальные и эксцентриковые. Но мы будем разбираться, что такое угловые шлифмашины. Функционально они предназначены для резки металла, камня, для обтирки, затирки и шлифовки разных материалов и поверхностей. Каждый конкретный диск предназначен только для определенного вида материала. Так как если вы будете использовать его не по назначению, не по инструкции, то это будет очень опасно для вашей жизни и помимо этого произведет поломки инструмента. Рабочим инструментом болгарки является абразивный диск для резки или шлифовки. Диаметр диска является основной характеристикой машины. Чем он больше, тем глубже разрез. Замена диска производится, как правило, при помощи специального ключа либо гайки, которая откручивает и закручивается вручную. Помимо вышеназванных возможностей работы УШМ, при помощи специальных насадок можно шлифовать металл, убрать старую краску лак, а также резать камень или бетон. Хотелось бы отметить, что существует два вида болгарок – это для профессиональной работы и для работы в быту. Особенностью болгарок, так сказать, бытовых, то, что они очень быстро устают, то есть не рассчитаны на длительное использование. Поэтому, если вы ими пользуетесь, давайте им, пожалуйста, почаще отдохнуть. Уважаемые пользователи, надеюсь, я емко и кратко ответила на ваш вопрос. Всего хорошего!